Шикарные хоромы снимаете, да? Да. И выделялись деньги с бюджета, если проведите, покажите, куда мы пойдем по кровле. Я ж с удовольствием. Сейчас, а, по кровле подождите. Подожди, Наталья. Вот вы сказали о том, что вам надо на ремонт 6 туалетов. Каких? Покажите, пяти есть ли 6? 5 туалетов. 5. Ну вы там сказали 6. Нет, 5 туалетов. Ну, я, вот, я вам задавал. Я никогда 6 не скажу. Какая сумма нужна на это? Приблизительно мы написали 300 тысяч. 300 тысяч. На ремонт 5 кабинетов здесь, в этом помещении. 5 туалетов. Ну покажите хотя бы, какие нуждаются в ремонте. Видите? Вы что знаете, да, туалет? Все мы знаем. Заходите, все проходите. Но это не туалет, тут, он, тут склад. Это туалет, это нет, туалет. Это... Проходите, сейчас это смотрите, склад. Пожалуйста. Нет, это склад. Это не склад, это туалет. Я это знаю, туалет. О чем говорю. Проходите, заходите. А для кого? Нет, не знаю. А кто? Не для кого? Вас. Для кого, да, это туалет? А, вот унитаз. Для все, людей вижу. Вообще-то, для есть. Людей. Есть, один. Проходите. Идите, проходите, посмотрите. Поснимайте, какие туалеты у нас в управлении образования. Руководитель должен заботиться о рабочем месте. Вот это у нас туалеты в управлении образования, на которых просим ассигнование. У нас таких их 5. То есть нужно как-то понимать, что у нас уже не 19 век. Нужно как-то приводить в соответствие рабочие места. Ну, с 8 до 5 мы здесь находимся, знаете как-то. Энтер. Это копейки. Попробуй не влезть еще. Где вы, сюда, да? А? Проходите сюда. Виталий, а может, вы нам членам комиссии покажете? Мы все-таки на кровлю приехали. Да, я действительно вас провожу. У нас только Николай Михайлович. Если депутаты здесь находятся, в коридоре. Ну, покажите нам, пожалуйста. Ну, что мы? Он знает, что проверять. Вы тоже хотели посмотреть состояние. А то ли, конечно, важно. Идем, что ты сидишь?